Доброе утро, ребята. Я себя чувствую сегодня отлично. Я выспалась. Я проснулась раньше Сони. Полностью чувствовала себя выспавшейся. Меня не тошнит, мне не кружится голова. И я жарю блинчики. Да! Так, ну что, я приготовила блинчики. В этот раз в два раза больше. Тут где-то литр молока. В общем... Так как сегодня приезжают родители, те очень быстро уходят. Решила побольше сделать на двух сковородках сразу. И сейчас я буду делать жаркое. Супчик я сварила вчера вечером. Ну, как-то так. Какой малютка. Блин, солнце. Я себе заказала два разных не утюга, а напорол отпаривателя. Посмотрите, какая малютка. И хочется какой-то не мега большой, чтобы можно было, если что, брать с собой в поездке. Какой маленький. И выглядит как утюжок. Ну, было много хороших отзывов, надо будет попробовать. И я вообще хотела три заказать на один, было прям вообще куча классных отзывов, но он бы пришел только через месяц. Вот, и я заказала два, второй завтра придет, и я проверю, какой лучше, смотрите. Так, этот длинный, это хорошо. Ну, я так понимаю, вот сюда вы заливаете воду. Ну, конечно, наверное, очень мало тут воды помещается, буквально одну блузочку. Но, в принципе, да, это вот такие вот и нужны, если мелкие походы. Вот сейчас какое-то небольшое платьишко, блузочку отпарить или там футболочку и пошел. Окей, попробуем потом обязательно. Перезаказала я в резерв платье в нужном размере. Вот это голубое, которое... Мне понравилось в размере S. Теперь померяем. Многие написали, нет, светлое тебе лучше. Но мне больше понравилось голубое. Так, и вот такое еще взяла. Мне кажется, оно с темными ботинками тоже прикольно. С другой стороны, да, мне надо хотя бы одно такое платье хоть раз надеть куда-то и посмотреть вообще, как я себя в нем чувствую. А то сейчас поназаказываю кучу этих длинных платьев, будут они у меня висеть. Oh.
что там? Тут было мясо. Ой, как вкусно пахнет. На стульчик хочешь? Да? Ну да я тебя обниму чуть-чуть. To stop this world from spinning, like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life, like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. Покрутись, Сонь, как ты крутилась? Молодец! А поклонись! Поклонись! Поклонись, Сонь! Молодец! Вот воробничка! Все! Ой, какой поклон! Надо тебя все в театралку срочно! Так, вот это платье синее в нужном размере. Блин, ну мне нравится, но с другой стороны, я кажусь какой-то большой. Может, действительно лучше тот цвет, а, ребят? Ну, мне нравится этот, но на мне почему-то не пойму. Или хорошо, или что. Я просто набрала вот эти килограммы, которые меня безумно бесят, и мне все не нравится. Посмотрим. Мне еще надо какие-то пару луков составить. У меня завтра фотосессия с утра. Соня тут познает планшет. Представляете, у меня там есть игра, ну, такая детская. Я ей пару раз показала. Я натер... Мама, мама зовет меня, говорит, мол, включи мне ее. Подложи. Молодец. Ну-ка. Нет, красный. У нас что, красный у нас перец? Перец. Это банан, перец. Вот. Чили. Оранжевый у нас что? Апельсин. Нет, это желтый. Желтый банан. Еще раз. Банан. Молодец. Да, и оранжевый апельсин. Ну, попадай по цвету. Вот. Апельсин. Молодец, так радуется. А когда у нее не получается, она вот так делает. Молодец. Так, вот еще одно платьишко. Наверное, все-таки то синее сдам. Что-то меня смущает, не знаю. Вот этот фасончик как-то лучше сидит, что ли. Это вот точно такой же, как вот это я оставила зеленое. Ой. Вот это, да, я вам показывала. Оно точно такого же фасона, только другого цвета. Можно еще одну пуговичку расстегнуть. Молодец, молодец. Да, но я подумаю, я вот как вам и сказала до этого, что что-то я поназаказывала этих платьев и ни разу ни в одном не была. Надо хотя бы в одном выйти. Если мне понравится, то можно такие и брать. Вай-вай-вай, ну что за красотка, стиляга. Стиляга. Ой. Ой, игра твоя отключилась.
Сон, тебе не рано играть? Да. Ты же мам сама скачала. Быстро заходите! Приветик, дай поцелую. Хотя бы ждала, ждала. Беги скорее поцелуй. Деда поцелует тебя скорее. Деда тоже поцелует. Все же показать надо сразу. Да, сразу зайца, что в руках нет. Там велосипед у нас. Сон, там велосипед? Еще велосипед! Срочно! Заноси. Будешь кататься? Да. Да? Заходи. Ой, как маленький для тебя. Садись. Ну-ка. Маленький. Держись. Ну, вот такой хороший. Вот тут надо садиться. Да? Да. И бегать. Вот, садись. Ой, надо еще пониже. Деда да. еще ниже сделает. Ой. А деда сделает. Деда пониже потом вот это сделает, пониже сделает еще совсем вниз. Вот сюда. И так. Так, бабуля привезла вот такую кофточку Соне с Мишкой. Привезли еще один беговел. У нас раз беговел, он ей большеват. Оля отдала беговел, тоже еще большеват. И родители вот такой вот маленький привезли. Так он тоже большеват. Ну как так? Она уже такая большая. Посмотрите, на самый низ опустили. Этот потяжелее того будет. Ну, посмотрим. Прикольненький, симпатичный. Покормила всех жаркое. Как так? Жаркое же не склоняется. Покормила всех жаркоем. Так же не говорят? Жаркое всем положила и накормила. Выбрала себе два аутфита завтра на фотосессию. Первый это платье вот это вот мое. Пиджак и кроссовки. Вот эти сейчас надо их отмыть будет. Вот эти, хотя, да, вам может показаться, что они мега грязные, но они совсем слегка вот тут впереди. Вот это вот все, обшарпанности и все такое, это, ну, так и были, это бренд, да, такой, кто знает. Это эти Golden Goose. Вот, так что, да, чуть-чуть их протру. А второй аутфит у меня будет серые джинсы, белая рубашка. И вот эти я таки оставляю. Потому что, ну, они мега крутые. Вот. И что я тут еще взяла? Да, вот ко второму аутфиту будет еще вот это вот колье. И моя новая сумочка. Ее я тоже оставляю. А к первому аутфиту, к платью, будет вот эта моя Dior. Так что, да. На завтра у меня много дел запланировано. С самого утра, с 9:30. Мне надо все успеть, я еще хочу успеть и по магазинам, и у меня еще куча всего, в общем, ну, об этом завтра. А сегодня о том, что сегодня. Ну что, давайте попробуем отутюжить, отпарить платье. Так, наливаем водичку. Не знаю, какую, все равно какую. Малюсенький. Так, вискозу на, не знаю. Ну, начнем с легкой температуры, а там посмотрим. Так, а что, он-то не должен же нагреваться? Ой! И что? Горячий чуть-чуть. Испугалась. Показалось, что что-то желтое. Ну да, тут желтое есть. Это не от меня. Или что, стойте тут. Стойте, где стояли. Блин, а как им вообще неудобно? Из него парень идет.
Что-то, ребята, я не поняла прикола. Во-первых, им неудобно. Им он в форме утюга. И мне кажется, ему нужно как утюг. Я не вижу, чтобы особо шел пар. Ну, идет, конечно, но как-то ничего не разглаживает. Может быть, его действительно надо как утюг, но мне нужно именно, чтобы на весу. Давайте я тогда Олину попробую. Завтра должен прийти другой. Ну, я завтра утром ухожу, поэтому мне надо сейчас. Нет, это мне не нравится. И неудобно его как-то держать. Вот такой вот гораздо удобней. Так. Есть еще как, куда наливать. Вот, другое дело. Сейчас этим быстренько, хоп-хоп. Вот такое платье вообще неудобно гладить на доске этим утюгом. Мне кажется, вот как раз такой легкий материал, плюс оно длинное. А так, щи-щи, очень удобненько. Да, кстати, удобно. За ручку держи, он небольшой. И дым так неплохо идет, не дым, а пар. Отлично, разгладилось. Посмотрите, вот тут оно было мятое, вот тут такие полосы прям были. Супер! Ну-ка, с другой стороны. Вот, посмотрите. Внизу, видите, какое мятое? Вот эти полосы. Вот эти заломчики. Сейчас мы все уберем. Used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life. Like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. Короче, я его наклонила, облила себе рукав, надеюсь, до утра высохнет. Ну, платье пожарилось, отпарилось лучше и легче, потому что там тонкий материал. Такая вот рубашка уже гораздо сложнее, но она у меня, в принципе, глаженая, просто я решила так еще пару моментиков. Вот, но вот этот идет обратно, этот мне не понравился. Этот вообще какая-то фигня. До сих пор не остыл. Капец, как долго. Он как реально, как утюг. Хотя он маленький, что удобно, да, в поездках, например. Но, с другой стороны, блин, в основном везде есть утюг, да, куда не приедешь. Ну, в отелях нормальных так точно. Либо в номере, либо можно заказать. Ну, тебе принесут. Либо вообще отдать погладить, но это платно. Вот, смотрите, это чистый кроссовок с ровными шнурками, а это грязный с кривыми шнурками. Шнурки я от глэтайзом этим утюжком вытянула. Они у меня просто были завязаны как-то странно. Ну, то есть не особо, скажем так, отличаются от грязных, да. Единственное, вот нос отмылся, ну, быстренько. И вот чуть-чуть пяточка. Все, ребят, я, наверное, на этом буду заканчивать. Такой вот коротенький влог. Мне еще монтировать влог уже где-то час ночи. А вставать часов 8. Короче, я не высплюсь. А надо выглядеть-то завтра с утра хорошо. Блин. Так что все, давайте, не знаю, либо оставить вас завтра без влога, либо пожертвовать
хорошими фотографиями, потому что я буду кушать. Хотя, блин, я сейчас не засну. Ладно, попробую начать хотя бы монтировать. Все, мы увидимся с вами завтра. Завтра я иду, опять такой у меня типа мини-бьюти-дэй, куда-нибудь что-нибудь заколем, что-нибудь покрасим, пошопимся, встретимся с кем-нибудь. Так что обязательно подключайтесь и до завтра. Пока-пока.